тут у меня. Вот щелочишку поймал такой вот маленький. Давай иди. Иди к себе домой. Всем доброго дня. Сегодня я выскочил на рыбалочку. Нахожусь на реке Белой. Сплавился уже, наверное, километров 5. Вот. И только сейчас решил включить камеру. Толком не клюет. Поймал двух щурят, которых отпустил. Вот сейчас одну на камеру отпустил, вторую ранее. И одну щучку, грамм 700. Вот. Ну, пару окушков клюнул, тоже маленький отпустил. В общем, сегодня у меня такой день отдыха. Сейчас я в районе, по навигатору посмотрел. Мельницы. Так, ладно, будет поклевка, включусь.
Мелковато здесь приходится продирать блесенку. Мэпс троечки. Ну так ничего. Разлавлю. Разлавливаться малихонько. Нет, тут мелко. Тут нельзя им кидать. Загораешь? А хоть бы с удочкой сел. С удочкой бы хоть сел. Я видел. Поймал. Одно щуренка на полкило где-то. Ага. Ну и двух или трех лещурят уже я что-то забыл уже. Я их отпускаю мелкие-то совсем уже. Ага. Откровенно так. И окушок тоже мелкий так. Я сеть снял одну. А? Сеть одну снял. Но вдоль реки была на мели. Вытащил ее. Вон в лодке везу. Китайка. А? Так я ее забрал. Вон говорю. Тебе объясняю, что я ее везу в лодке снял. Да, я перекусил. А я бы не дальше туда уеду, так там. Че тебе сети-то отдать? У меня машина далеко ведь стоит. Да, там люшка будет стоять. А у меня сейчас, наверное, тут, там чеснок, это можно все кто, это, как намешано, размешано было. Чё ты, сразу вялишь, что ли? А там у меня на поплавок только поклевки были. Я дальше потом сплавился. На ямах-то были. Ага, ага. А я туда ниже-то спустился, там вообще корзину набрал лисичек. Корзину даже? А? Корзину лисичек? Ни хрена, ни хрена себе. Ну что, подплывай, да я хоть тебе отдам этого окуня, а то так же он у меня в машине жара. Так у меня, блин, некуда его. Я садок не взял, оказывается. Блять, у меня в машине есть садок. Я в пакет он бросил, блин. Да, пакет-то есть. Иду-то. Ну давай, кидай так я. Вон одно, щуренка. А, в сетях вон еще один. Хотел отпустить его, видишь что. Тут его содрал, видимо. Ну так ты живой был, да? Хотел отпустить. Че
соседи-то вон китайка. Ну метров, наверное, я не знаю, 30, наверное, было. Сначала не сразу заметил, да проплыл метров 10. Смотрю, о, ё-моё, сеть. А что там мель полметра, она вот так вот сложилась, я свернулась уже. Арматура воткнута была, но я-то снял. Один укушок мелкий еще попался в сети-то такие. Отпустил. Здесь сидел. Дал тебя так. Тут видишь, это с канавы до течения и туда шло, а здесь закосинка. И по течению-то у канавы. Ты тут сидел, так. Так я и там сидел, и потом там, а тут сейчас не видно яму-то, ни хрена так. А к той стороны глубина-то так она да, идет. Так там. Она метр всего, вся глубина-то так. Сейчас я отмечу, что здесь как бы это. Да, тут, тут у нас еще получается это. Тутковская мельница здесь. Да, да. Отец у меня работал даже тут. На мельнице, да? Мы ребенками сюда ходили, так еще была, она стояла, колесо было даже, но уже так все разрушено уже было. Ага. И с той стороны здесь дорога была, она идет туда. И съездили молоть-то. Зимой на санях, видишь, а летом на телегах ездили. Вот здесь вот была дорога сделана. И она так и есть. Я... Это, в школе, когда учился, у меня тетка в Шестаково, ну, у отца сестра жила в Шестаково. Uh-huh. Так я туда, на каникулы, на лыжах, с Октябрьского, сюда, здесь сразу перехожу, и там все, иду по этой. Она заметна была, просека-то. Хорошо. 2,4 километра, получается, я прошел. Uh-huh. Вот от ям до сюда, uh-huh. По реке. Uh-huh. А там приехал мужик, и там это вот... Это, кислуху-то переезжаем мы. Там выше, видно, бобры тоже запрудили. Там, наверное, это, есть тоже, вода стоит. Так, наверное, сети ставят, карасей. Уйди. Что-то он, слышу, мотор прогудел туда. Думаю, ладно, пойду, хоть поговорю, что как. Пришел, там никого нету. Где рыбачат-то они? Никого нету. Ну, мать дорогу. Ага. Потом слышу, мотоцикл-то оттуда идет. А я прошел уже это, от ворот-то. Ну, дождал его, видишь, и второй на лодке плывет. Мотоцикл вот тут стоит. Я думал, Серега, нет, не Минский восход стоит. Ну все, отметил, ладно. Ага, ну так вот видно, все, вот ручей, все, вот ручей видно, ага. Сейчас высоковольтно, еще немножко там подальше, там будет тоже остров-то вот. Остров-то там ежонки-то эти, головли и были там они. Ну, тут негде встать, вот там в одном месте как бы перекат и потом резко глубина, ну, ага. Но не а видно какая часть. За островом-то туда вот спустишься, где мы лещей-то ловим, туда спустишься только, и там сразу будет тоже глубже, и все. А потом река с той стороны, ручей-то вытекает. Ну. А потом опять острова идут, там это все, острова, а потом там уже к пасеке. Ну, я думаю, уже к пасеке-то выйду тоже, спущусь там. Я посмотрю, хоть там окуни-то тоже есть. А. Я уж перекусил, у меня колбаски был кусочек, так пол бутона хлеба. Я там походил, черемухи, он наелся там, черемуха есть. На чаю попей. Да не хочу я ничего. Че ты? Че, отливать только с саньё только. Попей, бля. С саньё только будет. Ну он меня и бежал, зимой бежал. Сейчас бежит, а то остынет совсем. Сейчас хоть тепленький мне. Подойдешь? Пробал там удочку-то, блядь. Зацепился, как. Ебаный в рот. И это так. Ну ты. Думаю, ладно, сюда приеду так. Тут это кислуха, эту кислуху бы хоть они... Прокопали бы канал, ездят эти трилевщики-то. Прокопали бы, вода ушла и. Спокойно бы езди, да? Да, езди спокойно сюда. Там по болоту, наверное, хреново сейчас сыро. Тоже только на мотоциклах, вроде машинных следов нету. Я там торф-то оттуда вот беру, да, вожу. Щука-то буквально, а вон, посмотри,
сплавляются. Да двое сплавляются, я говорю, за тобой, не знаю. Или это вот этот на мотоцикле на одной-то лодке, он будет туда уплывать. Зимой, видишь, дорога завалила соснами, а пропилено все, пропилено так-то. Зимой-то сюда, видишь, дорогу делают с Октябрьского на рыбалку-то рыбачат. Только не ничего. Бывает, косынки залетала. Да а тут где-то один год есть. Ни хрена не клюет. Ага. Ну удочка потом будет. Встану, где увидишь яма там. На острова встану там, под Яской попробую. На поплаву. Острова там. На поплаву. С этой стороны-то да, туда, да, глубина. Да. Где течение это. Ну, там заводюшка такая. Ага, ага. Крутит. И потом к той стороне. Там. Это трава хотя бы, но там они стоят под Яски-то, гоняют мелочь-то, черт я знаю. Там и пескари есть. И потом перекат такой, как раз вот где мы сидим, рыбачим, так метров 50, наверное, туда, подальше. Там перекат-то так. Попалась.